Сегодня в Доме правительства прошло заседание комиссии по профилактике правонарушений. Одним из основных стал вопрос предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В Чувашии на 25% снизилось количество преступлений. Однако при общем снижении преступности выросла доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Чувашии более 25 тысяч человек имеют проблемы с употреблением алкоголя. Многие преступления совершаются в общественных местах, в кафе и так называемых питейных заведениях. С декабря прошлого года в Чувашии прекратили свою деятельность 25 таких организаций. Было проведено более 700 проверок, 23 заведениям отказали в выдаче лицензий. У 22 досрочно прекратили лицензии. Однако, по мнению представителей правоохранительных органов, правила реализации алкогольной продукции необходимо ужесточить. Республиканский Минэк предлагает запретить розничную продажу алкогольной продукции во всех предприятиях общественного питания, расположенных в жилых домах, за исключением ресторанов. Кроме того, в ночное время планируется ужесточить продажу алкоголя и в общепите нежилого сектора.